У Кирнен Шипки есть Snapchat. У меня нет публичного аккаунта в Snapchat, у меня есть обычный Snapchat, который я использовала, когда чувствовала, что все друзья мои там торчат. У меня, а у тебя есть Snapchat? Он сильно садил батарею, это так достало, да. Очень частый вопрос. Ничего, кто пытается добраться до моего Snapchat'а, да? Типа открываешь его и получаешь сообщение от случайного незнакомца. Нет. А в инсте, в директе? О, в директе, да, конечно. В директе определенно. Был человек, который писал мне 365 дней подряд, и я ответила ему на 365-й день. Вау, ты за ним следила? Ну, в общем, как-то я открыла директ и увидела там 340 сообщений и подумала, ну пускай накапает 365, я сделаю ему сюрприз на годовщину. Я как-то открыла директ и там написали, ты кусок говна, сучка. Ууу, прикольно, обожаю, просто обожаю. Я ему ответила, я Дора, сука. Ощущение, что ты к этой фишке возвращаешься иногда. В любое время, даже если плохих комментов не будет, ты можешь написать, я Дора, сука, и все. Так что лучше заткнись. Типа, знаешь, с этим вообще нельзя конкурировать. У этих слов такая сила, что ты просто автоматом становишься победителем. А Киртон Шипка Гриффины. Нет, я вообще без понятия. Я никогда не появлялась в Гриффинах, я не знаю. Киртон Шипка, форма лица. Никогда, блин, раньше в своей жизни об этом не задумывалась. Круглая? Вопросик? Я бы сказала, что это лицо. Это форма лица. Всем большое спасибо за просмотр. Полную версию этого ролика вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в Instagram. Все ссылки в описании.